Пятый подвиг Геракла. Авгиеве конюшне. Следующим полученным заданием для Геракла стала очистка скотного двора царя Авгия от бесконечного навоза. Сам Авгий являлся сыном древнегреческого бога Солнца. Отец щедро награждал своего отпрыска многочисленным состоянием. Особенно богат был его скотный двор, который насчитывал более 300 быков с белоснежными копытами, 200 огненно-красных. 12 быков были белоснежные, а один был подобен звезде на ночном небе и отличался неземной красотой. Геракл согласился выполнить это задание и решил совершить сделку с царем. Суть сделки заключалась в том, что если герой сможет всего за один день очистить двор, то царь дарует ему 10% от общего стада. Царь принял сделку, так как был уверен, что никто не сможет справиться с уборкой всего за одни сутки. Тогда Геракл решил направить с двух сторон воды рек Алфея и Пинея, которые своими потоками в считанный миг смыли весь навоз. Когда Авгий увидел чистый двор, он не стал сдерживать свое слово, чем очень сильно разозлил Геракла. И после того, как тот освободился от своего правителя, Геракл направился к царю со своим многочисленным войском. Геракл поразил царя стрелой и принес его скот в жертву богам. После чего Геракл учредил Олимпийские игры, которые все греки проводили один раз в 4 года. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.